Они оценили нашу квартиру, как она выглядит внутри. Почему-то второй этаж вышел, стоимость самая низкая. Хотя это очень ходовой этаж. Скажите, а если будет необходимость, ну, может быть, у вас желание такое появится, заказать свою независимую оценку? А мы будем так делать. Вы будете заказывать? Да, мы будем заказывать оценку. Мы консультируемся с юристами, не с нашими назаровскими юристами. Мы консультируемся. Мы будем это делать свою пользу, если нас не устроит новая оценка. В процедуре озвученной все понятно? Да, сегодня все понятно, все объяснили популярно. По поводу оценки никаких больше вопросов? По поводу оценки, самой оценки еще пока есть вопросы. Ну, когда уже дадут нам все документы, ознакомят с ними, потом уже будем решать. Только быстрее бы все это завершилось. Да, чтобы меньше тягомотины этой было бы. Быстрее бы это закончилось все. А вы уже себе присматриваете что-то, может быть? Да. Конечно. Ну а как? Кого? Что ждать-то? Присматриваем. Да, переезжать-то надо. Зима на носу. Уже есть какие-то варианты? Да есть, конечно. Есть. Если не секрет, что хотите приобрести? Мы вот решили небольшой домик просто взять для себя. С огородиком. Конечно, и ребенку там, и самим. Но люди уже успокоились, люди уже стали понимать, адекватно рассуждают. Многие спокойно все понимают, многие подписывают документы, и поэтому все хорошо. У вас сейчас никаких волнений уже сегодня? Сегодня у меня волнений нет. Я сегодня вот с людьми разговаривала, и вы сами смотрели, наверное, что люди спокойно задают адекватные вопросы. Вот сейчас они уже подходят и говорят, а когда нам деньги перечислят, когда? Потому что люди уже некоторые уже начинают квартиры себе подыскивать, задаток отдают. И когда деньги? И им обещают, что в ноябре уже все будет в порядке.